С иностранным бизнесменом губернатор обсудил дальнейшее сотрудничество. Немецким партнерам рассказали об экономическом потенциале Краснодарского края и показали презентационный фильм «Кубани», в котором наглядно представлены все перспективные направления. Исходя из фильма, который сейчас мы вместе с вами посмотрели, можно сделать вывод, конечно, что Краснодарский край – это агропромышленный, очень крупный регион, транспортный, курортный. Ну и, конечно, мы сегодня максимально стремимся к тому, чтобы мы набрали темпы в промышленности, легкой промышленности, перерабатывающей промышленности. Мы ищем партнеров, успешных партнеров, партнеров, которые нам позволят это сделать быстро и очень результативно. Конечно, великолепный фильм, я думаю, вам тоже понравилось, но там не хватает чего-то. Знаете, чего? Там не хватает эпизода о производстве компании «Штиль» своих моторных инструментов. Но этот недостаток небольшой мы можем исправить. На территории края немецкая компания работает уже 4 года и зарекомендовала себя как надежный инвестор. Как считают руководители иностранной фирмы, вложенные инвестиции в регионе полностью окупятся. Уже сегодня под свои предприятия они зарезервировали около 1,5 гектара земли на Кубани. В свою очередь Вениамин Кондратьев отметил, что краевые власти готовы максимально поддерживать компанию, если ее руководство решит открыть новые производства. Темпы, с которыми развивается ваша компания в Краснодаре, вызывают уважение и удивление, в том числе и наших местных инвесторов. Я думаю, с такой же активностью и вашей смелостью нам недалеко до открытия, на самом деле, производства моторных инструментов. Тем более инструменты фирмы «Штиль» очень полюбились не только, наверное, жителям Краснодарского края, но и обленной части России. Конечно, если будет на то ваше решение об открытии производства моторных инструментов в крае, мы можем оказать поддержку в виде налоговых льгот, различных преференций для того, чтобы вы могли максимально быстро возвратить вложенные инвестиции. И для этого у нас существует очень гибкое, комфортное законодательство для инвесторов, которое и позволяет инвесторам чувствовать себя удобно в нашем регионе. Наши газонокосилки мы действительно можем производить не только в Германии, тем более, что там это стоит очень дорого, а производство в России в таком выгодном с точки зрения климата регионе, в Краснодарском крае, это действительно хорошая идея. Моторные пилы и газонокосилки «Штиль» – одни из самых продаваемых в мире. Вот уже почти 50 лет свою продукцию компания поставляет более чем 160 стран. Инга Габиша, телекомпания ФКТ.